Всем привет, друзья! И сегодня хочу пригласить вас на прогулку по магазину Кари. Давайте посмотрим, какие новиночки появились. Завезли новую обувь, а также аксессуары. Появились новые сумки и рюкзаки. Давайте все это вместе с вами обсудим. Очень красивые и элегантные ботинки за 2800 рублей. Ботинки замшевые на высоком каблуке, но при этом платформа тоже достаточно высокая, поэтому ножке должно быть удобно. Красиво смотрится шнуровка за счет наличия ярких красных люверсов. Размеры сейчас есть разные. Еще одна модель замшевых ботинок за 2500 рублей. Смотрятся эти ботинки очень элегантно, несмотря на то, что каблучок низкий. И, кстати, обратите внимание, что каблук тоже замшевый. За счет перекрестных ремешков в районе щиколотки ботинки будут смотреться на ножке очень красиво. Еще один вариант ботинок с красными аксессуарами, а точнее тут с красными шнурками. Это низкая подошва, совсем маленький каблучок 1 см, но ботинки смотрятся эффектно. И здорово, что в них будет удобно бегать по этой слякоти. Цена 2300 рублей. И мне показалось, что вот этот материал, он похож вот на нубук, он как будто вот пропитанный слегка и должен быть с функцией водоотталкивания. Ну, по крайней мере, визуально это выглядит таким образом. Кстати, обратите внимание, что изначально эти ботинки стоили 5500. Ну и, конечно же, мне хочется вам показать новые рюкзаки. Сейчас завезли несколько новых моделей. Посмотрите, есть в продаже и светлые рюкзаки. Особенно подробно, я думаю, останавливаться не буду на всех моделях. Покажу вам в общем плане. Вот такой современный спортивный рюкзак. Тут много кармашков. Одно большое отделение, поменьше кармашек и много маленьких кармашков на замочках. Стоит 2200 рублей. Вот эта модель рюкзака, она более элегантная, меньшего объема, но при этом красиво выглядит эффект стяжки. И посмотрите, украшена еще желтыми металлическими полубусинами. Выглядит красиво, продается по скидке за 1500. Комбинированный рюкзак. Тут у нас два вида кожи. Искусственная кожа и лакированная. Одно большое отделение, лямочки регулируются по длине. Также украшены все молнии кисточками. Выглядит тоже интересно. Более классический и такой, скажем, деловой рюкзак. Тут в качестве декора выступает только вот такая бляшечка. Большое отделение застегивается на молнию. И цена рюкзака 1800. Вот этот рюкзак без клапана, тут у нас открытая молния, фурнитура из желтого металла под золото. А посмотрите еще, какая интересная модель, чем-то напоминает военные планшеты, которые раньше были в советской армии. Тут имеются металлические клепки. И визуально похоже на такой своеобразный чемоданчик-кирпичик, но выглядит эффектно. Светлый рюкзак. Тут имеются вставки из кожи под питона какого-то, либо под какую-то другую змею. Стоит 2200 рублей. Карманчик закрывается на две магнитных застежки. Вот такая интересная своеобразная модель. Рюкзак очень плоский. Но зато на спинке будет смотреться элегантно. И вот, как я вам показывала предыдущий черный рюкзак, он есть и в красивом серебристом цвете, даже вот с таким
таким переливом в бронзу. Цвет очень красивый, универсальный и смотрится выигрышно. Цена 2300. Друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы больше предпочитаете, сумочки или же рюкзаки. Очень интересно узнать ваше предпочтение. И раз мы заговорили за сумочки, посмотрите, какая красивая коричневая модель. Стоит 2000 рублей. Вообще сейчас в продаже много вот таких светлых сумочек. И вот такой цвет и в одежде, и в обуви очень популярен на данный момент. Красивая деловая сумка, классическая, ничего лишнего. И вон та сумочка смотрится красиво за счет наличия вставок в виде цепочек. Светлая модель сумки за 1800 рублей. Одно большое отделение закрывается на молнию, и тут красиво еще висит вот такая металлическая цепочка с подвесками. Смотрится сразу наряднее. Более классические сумки, мне кажется, для возрастных женщин. Если не права, то поправьте меня в комментариях, но мне кажется, это вот более такой взрослый вариант. Вот этот вариант подходит возрастным женщинам, он более такой классический, тут ничего лишнего, но при этом сумка смотрится довольно элегантно. Еще несколько вариантов коричневых сумок. С коричневыми сапожками будет смотреться просто шикарно. И если еще подобрать светлое пальто, образ будет вообще свежий, красивый и модный. Сумочка за 2300 рублей. Тоже, в принципе, стандартный вариант формы. И в качестве декора тут выступает подвесочка в виде листиков и вот такой ремешок спереди. Давайте дальше пробежимся по обуви. Удобный вариант сапожек на литой подошве. Эта замша застегивается на молнию. Сапожки высокие. И сверху имеется имитация из искусственного меха. Цена 2900. Друзья, вообще два крайних обзора из магазина Кари, они полностью актуальны, потому что ассортимент полностью был показан в том видео. Посмотрите, какая интересная модель за 2000, замшевые сапоги и ремешки из искусственной кожи. Красивые ботинки, точнее красивый у них цвет, он такой серо-коричневый, очень сложный и правда выглядит необычно. Да и сама форма, модель ботинок тоже экстравагантна. Вообще, заметила сейчас в Каре большое количество моделей ботинок комбинированных, то есть основа у нас замша и декор из искусственной кожи. И за счет этого контраста сразу в модельке ботинок сапожек смотрится выигрышно. Давайте быстренько вам покажу детские туфельки. Вообще, скоро сезон будет детских туфелек, и нужно будет закупаться деткам в садик, на утренники. И сейчас в Каре, в принципе, неплохой выбор. Можно купить даже по скидке интересные модельки. Все выглядит красиво. И модели как светлые, так и темные, украшены дополнительно различными пайетками, рисунками. Сейчас быстренько вам покажу все модели. Еще есть в продаже модели таких туфелек для более взрослых деток. Можно даже для деток начальных классов подобрать. Посмотрите, какая милота с принцессой Белль. Выглядит, правда, очень красиво, но стоит 2000 рублей, 1900. Но что же сделаешь, за красоту приходится платить. Еще одна интересная модель, классическая. Посмотрите, какие милые цветочки на мысике ботиночек.
И в отделе с детской обувью нашла еще рюкзаки. Друзья, сейчас в продаже большой выбор различных вязаных повязок. И цены начинаются от 300 рублей. Даже есть некоторые модельки и по скидке можно за 99 рублей найти. Но это, видимо, старые модели с прошлого сезона. Посмотрите, как выглядят красивые. Расцветки есть разные. Темные, светлые, белые, коричневые, серые на любой вкус. И еще один вариант дешевой повязки на голову за 99 рублей. Помимо более спокойных расцветок можно найти что-то яркое, например, как вот такая простая повязка ярко-желтого цвета. Большой выбор перчаток. Цены в основном примерно 500 рублей. Есть перчатки с декором, есть более обычные и простые. Конечно же, тут выигрывает фикс-прайс, потому что в фикс-прайсе максимум за 250 рублей можно приобрести неплохие варианты. Но тут, как говорится, на любителя, кто что может себе позволить. Ну и быстренько вам покажу палантины и шарфы, которые есть в продаже. Все они большие, длиной примерно 1,5 метра, стоят в среднем 700, 800, 900 рублей в зависимости от модели. Есть просто полиэстеры, есть с добавлением ангоры, то есть это практически как натуральная вязка. Посмотрите, вот эта модель вообще продается по акции за 300 рублей и выглядит очень красиво. Моделей шарфов очень много. Есть обычные шарфы-палантины, есть снуды. Вот такой бордовый шарф можно приобрести за 500 рублей. А еще есть кашемировые шарфы-палантины, которые могут быть вполне универсальными, подойти как мужчинам, так и женщинам. Расцветки шарфов мне очень понравились, особенно вот эта клетчатая красиво смотрится. И посмотрите, есть еще какие варианты сочетаний цветов. И посмотрите, вот есть еще отдельная полочка именно с мужскими расцветками, смотрится правда шикарно. Кстати, на отдельной стене, на отдельном стенде представлены еще новые модели зимних шапок. Но я думаю, подробно останавливаться, наверное, на каждой не стоит. В общем плане покажу вам несколько моделей, потому что все они, в принципе, похожи, отличаются, может, только чуть-чуть вязкой, либо помпошками. Цены тоже разные. Есть 700 рублей, есть 1500, как говорится, на любой вкус и цвет. Шапочки утепленные, изнутри имеется подклад, так что на прохладную погоду, на зиму точно подойдут. Посмотрите, какую еще кожаную кепку я нашла за 800 рублей. На этом стенде также есть в продаже шарфы. Очень красивый, мягкий, приятный на ощупь шарф всего лишь за 300 рублей. Вот этот шарф смотрится очень красиво. Тут еще и металлизированная нить, но он приятный на ощупь просто неимоверно. И есть еще точно такой же, но только в черном цвете. Ну и еще больше перчаток и варежек, причем варежки есть как вязаные, также есть из материала нубука, это чем-то отдаленно похоже, как будто выделанная кожа быка. Очень много разных, вот такие красивые элегантные перчатки. И цены тут разные,
Как видите, есть по скидке за 400 рублей, а есть цены и выше 1000. Ну что, друзья, вот подошло это видео к концу. Надеюсь, что оно было для вас полезным. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро.